Ты хочешь исполнение своих желаний? Тогда поделись со мной своим горем. Мои поиски закончились здесь, рядом с тобой. Ты выходишь замуж за Могадана. Завтра. Нет. Боже мой! Боже мой! В главной роли Терри Халк Хоган. В фильме также снимались Крис Лемон, Кэрол Альт, Эшли Горел, Патрик Макни. Режиссеры Майкл Дерк и Дуглас Шварц. Подарок судьбы. Часть первая. Лони, почти пришли, малышка. Слава Богу. Это здесь, милые леди, долина грез. Какие цветы! Да, это тропическая лоза. Она крепка, как твоя душа. Сейчас я сделаю тебе венок, венок мечты. Он такой же древний, как и любое божье творение. Бог захотел возложить этот венок на твою голову. Вот Келли. Надень его и встань на камень. Я даже в детстве не носила головные уборы. Они такие смешные. Келли, ты ведь хочешь, чтобы твои мечты сбылись? И тебе нужна моя помощь, потому что любовь приносит тебе одни огорчения. Давай, Келли, это забавно. Я тоже так сделаю. Конечно, ты тоже, малышка. Иди сюда. Встаньте на камень, наденьте их на голову и повернитесь лицом туда, где находится солнце. Я хочу, чтобы папа и дядя Грю тоже были здесь. У них ведь тоже есть мечта. Ты можешь представить своего отца в венке? И я не могу. Повернитесь к солнцу, голову вверх. Закройте глаза и думайте о своей мечте. Приди, мечта.
Приди, сон. Don't speak, Jesse. Держись, Джесси. Приди, мечта. Приди, сон. Действуй. Программа та же. Задание понял. Сюда, принцесса. Пристегнитесь. Оборонительный щит закрыт. Приняты меры предосторожности. Это похоже на ад. Мы еще не выбрались из него. Они перекрывают нам выход. Ненадолго. Гром, компьютер, это Брю. 1, 2, 3, 7. Держи в поле зрения применения любого оружия. Принято. Они плохо воспитаны. Пора преподать им урок хороших манер. Точно. Предупреждение. Один точный выстрел, и мы станем жареными утками. Им не попасть в нас. Это я тебе говорю. Мишень определена. Пора нам постоять за себя. Цель номер 3, выполняй. Все источники огня уничтожить, кроме 2. А черт, последний удар вывел из строя практически все. Нужно нанести удар с максимальной точностью. Произведена тактическая модификация. Что ты делаешь? Ты целишься совсем не туда. Цель замкнута. Хочешь сделать пробный удар? Удача нам отказывает. Не смотри на меня так. Гром нацеливается на склад со снарядами, а не на людей. У меня осталась одна серебряная пуля. Я не промахнусь. Что? Переходи на ручное управление. Делай, что я говорю. Ручное управление. Перегрузка. Ручное управление, угол 6. Огонь! Мишень ликвидирована. Верно. Иногда старый Брю еще может соображать. Угроза нападения. На нас направлено новое оружие. Это что еще такое? Удар направлен на Гром. Откуда оно появилось? Боже. Тактическая подготовка закончена. Попадание неизбежно. Боже мой!
папа. В чем дело, дорогая? Приснился плохой сон? Нет, пить захотелось. Принеси мне водички. Ты подняла такой крик из-за стакана воды? Не хочешь говорить мне? Я же сказала, папа, все в порядке. Иди спать. Где ты это взяла? Мне дала его Тулони. Я должен был догадаться. Завтра мне придется поговорить с ней. А теперь ложись и забудь всю эту чепуху. Постараюсь. Надеюсь, Керри тоже снится сон, только не кошмарный. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, папа. Каждый мужчина мечтает о прекрасной любви. Его жизнь — поиски этой любви. Мои поиски закончились здесь. Рядом с тобой. А мои рядом с тобой. Быстрее. Отец, что происходит? Могадор. Ты. Что ты здесь делаешь? Оставь нас. Сейчас же. Я этого так не оставлю. Ты будешь молча наблюдать, как разрушается королевство, пока не найдешь способ доказать мне уважение. Ты варвар. Тебе нельзя доверять. Возможно. Но он владеет большим запасом оружия. Оно спрятано где-то в пустыне. Обладая таким арсеналом, он может уничтожить нас в считанные часы. Сегодняшняя атака — это всего лишь предупреждение. Сын, на карту поставлено твое будущее как наследника. Что может быть важнее этого? Вот мой ответ. И где этот ответ? Рядом с Белым замком, отец. На побережье. Уходите? Всего хорошего. Это
Мне кажется, венок мечты навел тебя на какие-то размышления. Может быть, тебе приснился сон, и ты увидела своего суженого? Я видела его всего одну минуту. Я успела его разглядеть. И он исчез. Ты говоришь, что он не закончился? Это плохо. Будь осторожна. Судьба может преподнести тебе неприятные сюрпризы. Детка, ведь это только сон. Посмотри, Тулони, надвигается буря. Мне не нравятся твои эксперименты, Тулони. Джессику всю ночь мучили кошмары. Ты сам виноват? Венок мечты обладает большой силой. И если ее мучили кошмары, ты должен был расспросить ее об этом. Она испугалась и не захотела рассказать мне. Каждый мужчина мечтает о прекрасной любви. Его жизнь — поиски этой любви. Мои поиски закончились здесь, рядом с тобой. А мои рядом с тобой? Что происходит? Я принц Эрема. В моей стране вещи и сны — обычные явления. Это судьба. Шейх собственной персоны. Я слышал такие разговоры, но все же это не во сне. Хорошо, пора вступать в игру. Спенс, Брю, это не то, что вы думаете. Не то говоришь? Нет. Когда на моем пляже появляются чужаки с обнаженными кинжалами, я становлюсь немного вспыльчивым. Он никакой не чужак. Я не могу вам этого объяснить, потому что я знаю, вы не поверите мне. Но позвольте уйти нам. Поверьте мне, пожалуйста. Ее мечта сбылась. Я же вам говорила, что венок мечты обладает большой силой. Lies. Woke up from a black and white slumber.
Что-то не так? Нет, все в порядке. Мне так хорошо, что я просто боюсь. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Что ты чувствуешь от моих рук? От них исходит сила и нежность. Такие руки не дадут мне упасть. В вашей стране есть обычай приглашать на кофе. Я не хочу показать неуважение к этой прекрасной стране, но танзанийский кофе напоминает вкус лунного света. Поедем со мной, дорогая. Завтра. Ты попробуешь лунный свет. Я же не на войну отправляюсь. Просто небольшое приключение. Я скоро вернусь. Так тебе подсказывает сердце? Сердце? Это красивые слова. Возьми передатчик. Послушай меня. Если с тобой что-то случится, вызови нас, и мы придем. Договорились? Договорились. Мы будем скучать. Спасибо. Думай головой, а не сердцем. Вы романтичные ребята. Дай-ка я тебя обниму. Идем, Джесс. Джесс, уже 2 часа ночи. Что ты делаешь? Занимаюсь сложением. Я уже проспала 32 177 часов. Посмотри, папа. Это более чем достаточно для одной жизни. Ты действительно не хочешь ложиться спать? Я не устала. Может, ты и не устала, зато я устал. Идем, дорогая. Спокойной ночи. Я люблю тебя. Спи.
праздник. Праздник? В честь тебя. Они приветствуют твое прибытие. Они так встречают всех девушек, которых ты тревожишь. В действительности, ты первая. Это и есть королевские почести. Что случилось, малыш? Мне приснился сон, как из сказки про Аладдина. Вы с дядей Брю освобождали женщину. Вы бежали по крышам, взбирались по веревкам. И потом дядя Брю увидел летящий ковер с тигром. И вы забрались на башню. И потом полетели на этом ковре. Это всего лишь сон, дорогая. Поэтому не нужно так пугаться. Потом вы привели эту женщину на гром, но дядя Брю допустил ошибку. Вот это уже неправда, потому что я никогда не делаю ошибок. На самом деле я сделал всего одну ошибку. Это было в апреле 73-го года. Тогда я попросил Линду Тинто стать моей женой. Она была красивая, а я был дураком. По грому стреляла большая пушка. Компьютер хотел, чтобы вы нанесли удар. Но у вас остался один снаряд, поэтому вы сделали не так, как хотел компьютер. И вы взлетели на воздух. Ладно, это был сон, и он уже позади. А теперь ложись в постель. Закрой глазки. А мы с дядей Брю будем рядом с тобой, пока ты не уснешь. Тебе больше не приснится плохой сон. Все будет хорошо. Простите. Вам не нужно этого делать. Спасибо. Все в порядке. Не нужно меня обмахивать. Спасибо. Войдите. Принц Эримур. Пожалуйста, прими этот скромный подарок в знак уважения. Мне нравятся подарки. Какая красота! Я не могу это принять. Ты должна. Это наша традиция. Все женщины в нашей стране надевают такое платье в день свадьбы. Принц, ты не теряешь зря времени. Потому что у меня нет этого времени. Сейчас решается судьба моего королевства. Келли, мы с тобой видели вещий сон.
Этот сон дал мне ответ, как спасти Отечество. Прочь с дороги! Что он здесь делает? Кто он? Мне очень тяжело. Боль пронзает мое сердце, как кинжал. Позволь мне все тебе объяснить. Чтобы доказать свою верность Богу войны Могадору, я должен пожертвовать самым дорогим своим сокровищем. Нет большей жертвы, чем отказаться от своей мечты. Ты мое сокровище, моя судьба. Я никому не принадлежу. Прошу меня понять. Ты выйдешь замуж за Могадора. Завтра. Такова твоя судьба. Проклятие. Брю, Спен, помогите мне, я в беде, помогите мне. Послание принято. Брюс, Спенс, помогите мне, я в беде, помогите. Это Келли, она в беде. Разбуди Колони, скажи, что она останется с Джессикой. Значит, она женщина из моего сна. Если вы поедете, вы взлетите на воздух вместе с громом. Я это знаю, я не хочу вас отпускать. Успокойся, Джесс, мы должны помочь Келли. Тебе приснился сон. Колони встретит нас на берегу утром. Привет, я уже здесь. Я приготовила вам кое-что. Вот это придаст вам силы и мудрости. Привет, Тулони. А что это? Волшебный соус. Он спасет вас от многих бед. Да, я слышал, ты хорошо готовишь. Папа, я еду с вами. Джесс, ты не можешь поехать с нами. Но я смогу вам помочь. Вы ничего не знаете о водяном колесе, о сетке и, наверное, уже забыли о летающем ковре. Расскажи, что ты еще видела в своем сне. Брю все запомнит, и мы обо всем позаботимся. Ладно. Вы попали в ловушку и оказались в маленькой комнате. Вокруг сверкали искры. Потом был сон с Тулони. Были еще водяное колесо и верблюд. И вы бежали по крышам. Ты не можешь поступить так. Я хочу вернуться домой. Это против моей воли. А как же наши мечты? Мечты как сон. Они заканчиваются неожиданно. Мой сон был прерван первыми выстрелами армии Могадора. Потом я понял, что если отдам ему тебя, то спасу мою страну. Но должен быть другой выход. Этот выход единственный. Венок мечты. Мечты — это мечты. Готовьте ее к церемонии. Не трогайте меня. Пожалуйста, стража. Келли. Нет.
Я сказал, готовьте ее к свадьбе. Щит развернут. Так вот как выглядит Северная Танзания. Что скажешь? Посмотри, водяное колесо. Водяное колесо. Ведь Джесс тоже упоминал о водяном колесе, когда рассказывала сон. Совпадение. Приготовься сойти на берег. Не забудь о веревках и прочих принадлежностях, конечно. Смотри на этого великана. Шагай, шагай. Что этот негодяй собирается с ней сделать? Это не похоже на подарок судьбы. Скорее, это свадьба по принуждению. Верно, браток. Смотрите в следующей серии. Какой великолепный праздник, но я думаю, что сейчас самое время приступать. Вы осмелились вернуть подарки нашего короля? Вы умрете. Увидим.